Всем привет! Мы запускаем новый проект «Астробеседы». Это будет образование Джьотиш, индийской астрологии в режиме онлайн. Быстро, эффективно, информативно, еще и в интерактивном режиме. То есть вы сможете задавать свои вопросы, и я постараюсь на них ответить. Кому будет интересно? Всем, кто давно хотел учиться, но по какой-то причине не мог до меня доехать, да, как бы пообщаться в очном режиме. Тем, кто уже на себе прочувствовал текущий транзит Сатурна, начавшийся 24 января, я думаю, что даже люди очень далекие вообще от астрологии, считающие, что это все ни о чем и неправда, ну, транзит, я думаю, сработал сейчас практически на всех. То есть, да, как бы Сатурн в знаке Козерога, я думаю, что все здорово очень прочувствовали, но, опять же, транзит для всех одинаковый, на ситуацию вы реагируете по-разному. Кто-то, да, как бы наслаждается, кто-то страдает, кто-то деньги теряет, а кто-то, наоборот, успевает здесь зарабатывать. Опять же, на этом курсе, когда вы будете лучше знать свою натальную карту, вы будете лучше понимать, какие именно возможности перед вами открываются, а какие, может быть, вам придется какое-то время переждать и использовать позже. Опять же, мы поговорим о коррективных мерах, самых главных, которые используются в индийской астрологии, ну и второстепенных тоже. По всем интересующим вам вопросам пишите в личку. Остальное обсудим. Всех жду.